сегодня готовим макароны, которые я называю «Когда готовить некогда». Для этого нам понадобится 300 граммов макарон, небольшая луковичка, одна помидорка, у меня 270 граммов мяса, столовая ложка приправы и пол столовой ложки соли. Все добавляйте по вкусу. Мясо покрошила вот такими небольшими кусочками, лук мелкими кусочками, помидорку протерла через крупную терку. Кладем мясо, горячее масло. Мясо обжарила вот до такого состояния. Кладем лук. Мясо можете положить любое. Лук прожарился до золотистого цвета. Теперь добавляем помидорку. Наливаем кипяченую горячую воду. Литра полтора. Варилось у нас это все минут 15-20 максимум. Теперь кладем макароны. И добавляем воды столько, чтобы закрылись макароны. Вот так. Будем варить где-то минут 10 максимум. Макароны наши готовы. Вы, наверное, обратили внимание, что макароны я положила сухими, не вареными. Приятного аппетита! Будьте здоровы, живите богато!